Здравствуй, человек. Меня зовут Василиса, и я обращаюсь сейчас лично к тебе, чтобы ты меня лучше услышал, потому что мне кажется, что это очень важно. Я хотела бы поделиться с тобой опытом своего участия в курсе Алмаза Салихова под названием «Погружение в себя». Ну, мне 21 год, я из Москвы, и сейчас доучиваюсь в сфере международных отношений. Я давно слежу за группой «Алмаза в дороге» и увидела курс «Погружение в себя» еще как только он появился. Меня он безумно заинтересовал, потому что мне была очень близка его направленность и поражала глубина этого курса, даже по описаниям. Сейчас, как ты знаешь, есть много штук разных всяких по саморазвитию, и в этом изобилии очень сложно найти что-то стоящее. Но мне кажется, что вот курс алмаза — это такой действительный алмаз в этом всем скопище. Вот. Так, в общем, все три предыдущих потока мне было очень страшно, действительно страшно. Мой мозг пытался сказать мне то, что я еще не готова, что у меня нет времени, нет средств и так далее и тому подобное. Но когда начался набор на очередной поток, на четвертый, я усилием воли послала свой страх нафиг и быстро-быстро написала алмазу о том, что я хочу участвовать в следующем потоке. Мой страх никуда не делся, но я понимала то, что я хочу развиваться, и то, что развитие всегда достигается за счет преодоления трудностей. И я была к ним готова. Еще важно то, что когда я записалась, я очень была горда собой, потому что я это сделала, я переборола хотя бы на секундочку этот дурацкий страх. В итоге я получила столько радости и внутреннего удовлетворения от даже от одного осознания того, что я смогла, то, что я сделала, дошла до конца. Это очень здорово, правда. И этот курс, он стал для меня прекрасным инструментом по вытягиванию себя из состояния некой стагнации и по раскручиванию колеса своего развития. Вот. В результате вообще всей моей работы на курсе я достигла довольно классных результатов, на мой взгляд. Я поделюсь с тобой некоторыми самыми важными из них. Я расскажу, что я поняла и к чему это понимание или ощущение привело. Сначала расскажу про отношение к себе. Во-первых, я осознала важность и ценность даже самых маленьких шагов, потому что из маленьких шагов складывается большое. Соответственно, я повысила уровень своей силы воли, потому что я начала делать эти маленькие шаги, и я повысила уверенность в себе за счет осознания их ценности. Дальше я осознала важность искренности в нашей жизни, особенно по отношению к самим, к самой себе. И таким образом я лучше поняла свое состояние в жизни, определила для себя основные ценности на данный момент и поняла, на чем мне стоит фокусировать внимание и куда я могу двигаться. Также я получила представление о том, как работает наш мозг, что было очень интересно. И благодаря этому я научилась более точно отслеживать его реакции,
улавливать его привычные устоявшиеся модели поведения и понимать, где и как он меня провоцирует. Также я научилась быть более внимательной в общем. И таким образом я стала тоньше ощущать себя, тоньше ощущать мир и получила возможность чаще находиться здесь и сейчас, в текущем моменте времени, а, соответственно, жить. Очень интересным открытием для меня в курсе стало то, что мы сами вольны настраивать свое состояние. То есть человек сам решает, быть ли ему счастливым или страдать. И в итоге этого понимания я стала как-то лучше контролировать свои эмоции и состояния. Также я поняла важность целеполагания, и прорабатывая цели, я лучше определила, чего я хочу. Вот. И про отношение к миру я тоже хотела бы сказать. Я глубоко поняла и прочувствовала, почему важно держать внимание только на позитивных вещах и обделять вниманием негативные вещи. Таким образом, мой мир стал будто бы ярче. Я начала больше улыбаться, я начала получать больше радости от жизни, замечать какие-то мелкие интересные вещицы, которые приносят состояние счастья, радости. Также я посредством этого научилась отличать состояние вины, состояние недовольства собой, как ненужные, не приносящие пользы и только тратящие наше время. Еще я более четко для себя определила, что такое медитация, что такое осознанность. Мне кажется, это довольно важно, потому что в голове стало действительно яснее. Также курс напомнил мне про важность окружения. И я сейчас пытаюсь найти пути к тому, чтобы сформировать вокруг себя именно то окружение, окружить себя правильными, нужными мне людьми. Еще я полнее осознала ответственность за наше проявление в этом мире, за то, что мы несем собой. И таким образом я стала лучше, внимательнее относиться к тому, что я несу в этот мир, к тому, что я делаю, к тому, что я говорю, к тому, какое настроение я несу. Мне кажется, это очень важно. Еще я вспомнила, что трудности — это действительно инструмент развития. И опять мне стало их немножко легче преодолевать. И что тоже очень важно, я осознала невосполнимость времени. И, соответственно, я начала более ценно к нему относиться и дорожить каждым моментом его, любым, в зависимости от того, какой он хороший, в кавычках, или плохой. Еще хотела бы сказать то, что алмаз очень внимательно относится ко всем участникам курса, то, что в его речах всегда очень много поддержки и воодушевления. Он каждый день записывал для нас дискурсы, в которых объяснял важные моменты практики и пытался до каждого донести суть того, что мы делаем. И еще одним прекрасным моментом было то, что посредством данного курса сформировалось общество людей с похожим мировосприятием. И это так прекрасно, потому что
чувствовалась поддержка, чувствовалась позитивная энергия, и ты воодушевлялся этими людьми, которые развиваются сами и хотят что-то привнести в этот мир, помогать другим и сделать себя лучше. Вот. Но на самом деле это все только мой опыт пока. Но может быть и твоим опытом. Ты можешь сам на себе проверить все это, понять, работает это или нет. И я уверена, то, что ты убедишься в том, что это работает. Мне кажется, ты готов. Не слушай отговорки собственного мозга, не поддавайся его убеждениям о том, что рано или нет возможности. Делай сейчас, перебори свой страх. Просто закрой глаза на секунду и прям сделай. Сделай шаг навстречу к лучшему себе. Решайся, решайся и возьми все, что сможешь от этого курса. Будь внимателен, работай как только сможешь, не упускай возможности, которые дает тебе жизнь. Будь благодарен за них и действуй. Успехов тебе!